Всем привет! Привет! Вы на канале Мисс Кэти и Мисс Софи. И сегодня мы будем распаковывать вот такую вот куколку. Кать, покажи куколку. И ее питомца. Дай покажу. Вот такая вот замечательная куколка с питомцем. Очень-очень классная и красивая. На, Кать, держи. Будем ее распаковывать, да? Ты сама сможешь ее распаковать? Да. Да? Давай распаковывай, начинай. Ой. Уронила. Давай, вытаскивай. А, не получается. Можешь мне тебе помочь? Да. Давай помогу. Ножницами. Ножницами. Давай помогу ножницами тебе. Так, я и сама не знаю, как она открывается. Все, почти угадала. Вот давай. Это вот рвем. Кать, подожди, стой. Вот здесь вот и сзади. Открывашка. Кать, сзади открывашечка. Сама дашь? Ладно, все, Катя сейчас все порвет. Вот, смотри. И вот достанет нам куколку. Рубашка. А там у куколки питомец. Да. Ну да, вот рядышком который. Катя, аккуратно ты, не сломай куколку. Давай я помогу тебе, чтобы не сломать куколку. Давай. Давай. Вот так вот аккуратненько мы здесь с этой стороны отклеиваем. Дальше сама отклеишь? Садись, отклеивай. Садись. Отклеивай картонку от упаковки аккуратненько. Давай, Сонечка. Помоги, Сонечка, я немножечко. Вот так, молодец. Ой. Ну, а давайте она... я отсоединю ее. По-моему, приклеена очень супер. Давай я ножницами. Суперклеем хорошо приклеена. У нее волосики такие классные, такие мягенькие. Прикольные, да. Да-да, очень классные. Так, отрезаем аккуратненько вот это вот. Вот. Так, ты дальше сама будешь? А здесь надо отрезать. Давай я отрежу и отдам тебе куколку. Ты нам покажешь потом куколку? Да. Давай, смотри. Вот есть здесь лесочка, которая держит ножки. Вот здесь в поясе. Только надо аккуратно, чтобы куколку не повредить. Шея. Шея на шее есть. Волосы держит. И питомец закреплен хорошо. А ну-ка попробуем. И как... платьюшко, как оно хорошо закреплено. Как они постарались. Они постарались, чтобы куколка в пути не упала, не сломалась. Ой, а вы посмотрите, вот тут-то что нарисовано. Ну, правда, тут уже чуть-чуть отклеилось. Вот тут. Резинка никак не хочет отцепляться, представляете? Ой, даже ее голову здесь прикрепили так сзади хорошо. Вот, все, теперь волосы снимаются. Вот такая вот куколка. Сейчас, Кать, подожди, давай я покажу. Ой, у нее даже хвостик есть сзади, смотрите. Ты будешь показывать? Давай, хвостик? Показывай. У куколки есть хвостик, а я пока питомца распаковала. А я думала, это волосы, а не хвостик. Это у нее хвостик. Такая вот куколка замечательная. У кого есть еще такие куколки, напишите нам в комментариях, как вы их назвали. И помогите нам назвать наших куколок. Куколку и ее питомца. Смотрите, какой питомец. Ой, а посмотрите, что мы. Мастик. Что мы нашли? У нее снимается тут одна штучка. Какая? Вот тут. Кать, давай ты питомца смотришь, а я куколку покажу. Вау. Так, я хочу сказать, что у нее... Сейчас, Катюнь, подойди. У нее юбочка из материала, а вот здесь наверху... Ой, у нее это колье, типа, да? А, колье? Вот здесь все нарисовано на пластике. У него пластик крутится. Круто. А ботиночки снимаются? Да. Да, и ботиночки снимаются. Снимай сама, Кать. Давайте я это уже заберу аккуратно. У одной куколки есть крылышки. Но они не снимаются. Крылышки не снимаются? А здесь ботиночки снимаются, да? Да. А у питомца что еще здесь есть? Питомец что умеет? Ничего не умеет. Он просто так вот, наверное... Он просто питомец. Классный питомец с розовым бантиком такой классный, да? Это девочка. Девочка? А как ты... Как вы назовете эту девочку классную? Не придумали, да? Я назову ее... Кать, дай мне, пожалуйста, куколку покажу. Скунс? Ты назовешь ее Скунсом? Ой, смотри, какая она классная. Мама, сними, пожалуйста, дед. Сейчас, Катюнь. Сейчас, подожди. Смотрите, какие волосики у нее. Белые, нет, черные, это... ножки такие тоненькие, красивенькие. Катя уже не терпится поиграть, да, Катя? Ладно, играет. Такая вот куколка классная. А ты будешь... Сними.
Ботиночки, давай помогу тебе. А я знаю, как я назову питомца. Вот, Кать, смотри. Я ботинок сняла. Цветочек назову. Цветочек, точно, потому что у нее в волосах розовый цветочек, да? Да. Классно. И вот это. Так. Дай ботиночек маме. Сейчас я покажу. Вот он ботинок. Вот он ботиночек. И? А второй ботинок сейчас снимем, Кать. И куколка. А что у нее с этой ручкой? Почему она так стоит? Она держит питомца все время так. У нее руки не двигаются, ножки тоже не двигаются, но они очень такие приятные, мягенькие. Ой, пластик остался. И куколка сама классная. Ой, смотрите, а у нее здесь такой же цветочек, как у ее питомца. Наверху. Значит, ее будут звать... Ей прически. Я не знаю, как ее будут звать. Классно, ее можно сделать. Я знаю, как. Скунс. Скунс? Ладно, держите, играйте. Держи. Сними, пожалуйста. Сейчас сниму. Давай, а ты, оденем. Кать, будешь гулять с куколкой и с питомцем? Да. Хорошо. Ну что, да. Скажем всем нашим зрителям пока? Да. Если вам понравилась наша... замечательная куколка. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А еще напишите нам в комментарии, как нам назвать нашего питомца и нашу куколку. Да? Питомец. А эта куколка классная такая. Ну ладно, Кать, давай скажем всем пока и будем играть дальше. Пока! Пока! Пока!